Всем людям нужно просто для себя поставить вопрос, какая должна быть мера денег для меня, чтобы я мог жить, а не пахать, 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 либо быть там, грубо говоря, как тебе сказать, ну, гнилым человеком, да? Там идти по головам, хоть что, лишь бы заработать. И выяснится, что сумма, она реалистичная, она небольшая. Ее можно, тем более в наше время, легко достичь, там, 3-4 часа в день работы. И уже потом, наконец, думать, а чем остальное время занять, да? Вот я минимальную меру денег заработал, все, у тебя голова освобождается на творчество, там, на общение с друзьями, на ремесло, там, хоть на что, да, там, на новое образование, грубо говоря. Примерно вот это нужно вот в деньгах. Вот в чем проблема. Все мы в этом капкане. Как только мы думаем о деньгах, нам нужно просто много. Все. Вот у нас мечта, да? И никто не хочет отнестись к этому. Вот когда ты думаешь о деньгах, думай о них как о еде. Вот представь, что деньги это вот шведский стол. И вот представь, что бы ты только взял бы со шведского стола. Вот так же относись к деньгам. У меня сейчас где-то, наверное, 200 тысяч в этом месте. У жены будет 100 тысяч где-то. Нормально, сколько вы там можете? Тама? Здесь может до 500 тысяч, до 400 тысяч выйти.